канала. Ты только скажи, кто. Сейчас посмотрим. Кто больше не нравится все. Так, ладно, сейчас все. Такой пока тут. Заводишься? Да. Саня, ты потом танчик заводу, да, пойдешь? Так, ну танкист. Да. Ну, а что у нас за Пауль, блядь? Давай к нам. Я над заводом, к заводу пришел. Ну, ты один, слышишь? Ты один. Поздал. Здесь они тут эти штуки наши. Ну там 4 месяца. Вижу 2 штуки, один в лесу. Мы двоих сбили там. Троих даже. О, так, слава. Даю ориентировку. На порте Логовский стоит 2 корабля, блядь. Один баржа, блядь, очень тяжелая. Надо заходить вдоль реки на нее. Там же рядом, блядь, с мостом, вот где-то вот в районе моста. Блядь. Там есть 2 зены, блядь. Я одна чуть ближе, другая чуть дальше. Вот это тот значок станции, вот где вот на порте Логовский рядом. Вот там стоит зена, блядь, еще какая-то хуйня. Там, короче, здание где-то есть. Вот там есть, по-моему, блядь. Короче, что-то надо там разбомбить, в общем, блядь. На самом вот этом станции, блядь, которая. Танкист возле машинок. Основные все цели вот здесь вот рядом с лесочком. Две пробил, но они живут еще. Так, кто заходит на пробив? И один высотный контакт. Так, давай я зайду на один корабль, на длинную баржу, блядь. Сброшу один 250-ку, блядь. Я потому что с сотки ее нихуя не смог убить, блядь. Две сотки на нее. Ну я с одной сотки не смог ее убить. Там очень большая такая, очень тяжелая баржа, она стоит в порту. По-моему, Ил под себя бросил бомбу, блядь, а если не кажется. Уехал так быстрее. Палач северная, цирюшен геморройный. Ёб твою мать, блядь, столкнулся, сука. Калач, а что там надо сделать-то, блядь? Там же вроде бы мост. Бля, мост там уже разъебан, но там вокруг столько машинок всяких. Много целей. Ковыряльная. Блядь, ковыряльная, да? Да. Нам повернуть. Второй раз туда. Так, начинаем поворот на 180. Так, над Советским есть наш? Публика просит, блядь, дай его. 380. Ты один. За что? Посадка. А чё ты так пожадничал, аж столкнулся с ним? Так, чё-то большое идёт большое чё-то с их территории. Скорее всего, хен. Тарань нахуй! Сейчас буду пробовать. Ты тогда пробивай его, и если что, сразу прям к следу беги. Да. Штуки я прогнал, они задымленные уходят, а это, да, хенкель идёт. Пробил черный. Два квадрата до Логовского. Двигатель. И этот, и радиатор. Короче, хорошо дымит, поэтому увидите, если что. Если я не смогу. Так, Саня, взлетели, да? Вань, нет, я на исполнителе. Давай быстрее, Вань. Там еще дача с нами. Ты на перезарядку там тут? Я пока еще за. У меня сзади просто кон, не пойму кто. Пока еще хенкеля буду пытаться убить. Давай. И потом подходить на зарядку. Так, кто возьмет второй корабль, кстати? Давай я возьму. Блядь, он будет маленько там правее, рядом с белым зданием стоять. И у него давай. Ну, вообще цель кривой. Конечно, цель красивая, да? Да сама по себе, блядь. Так отрыв. Еще бы корабли расхуярить. Че, зенитки хуярим, мы на обратном ходу попытаемся уничтожить корабли, да? Да. Так, еще я сейчас тебе врезаться так. Вы оглядывайтесь, потому что к вам уже может, 100% делаем. Где нас удобно было биться? Чего еще раз говорить? Горочку сделаем, что зена поудобнее было бить. Да, можно начинать делать, я топку в 100, короче. Вам уже топливо идут 100%, оглядывайтесь. А этот как? Охереть, по кому я по своей цели? Да это по зенитке, это да, давай, по зениткам набираем, там да. Или на что-то на земле попал. Понял. Да, 500 метров хватит? Низко идет. Так, я отбегаю на зарядку, там кто-то добивает хенку. Давай. Я побежден. Так чё он там, блядь, такое бомбанул-то нахуй? Давай, взлетай тогда сразу к нам куда-то, к этому, к Черкасу. Я хуею, блядь. Ваня, я со ножками клинга, Вань. Да. Паранит, блядь. Да меня затравило. Понял.
Да у него, по-моему, 1000 висело или что-то такое большое, если это кен. Маленько сбавляю газ. Так, парни, надо маленько остудиться. Надув 9, обороты 1800. А в 343-м есть наш? Мост. Сейчас на меня, похоже, заходить будет. Ну это где-то не смог, блять, а? В каком квадрате? А корабли убили? Он к тебе идет, да. 344 сектор. А чего вы там делаете? Тут рядом с кораблями, блять, машинок нихуя, вообще не меряется. Как еще одна сена стоит возле белого здания? 380-го заходим. Я ее не вижу. Заводом наш я есть вижу. Я ее заметил, сейчас буду заходить. Но он куда-то вышел все. Да не, он что-то климбится, типа выцеливает что ли нас. Ах, сейчас придут сюда синие, нам бы желательно уже съебывать. Я так, бегу нас тут четверо уже. Бегу в вашу сторону. Кто-то вверх дает. Да-да, мест с нами. Бегу к вам. Переворот, атака. За кораблям, да? Да-да-да-да, корабли, не корабли, Луговской порт. Так, на ИЛА заход. На так, на ИЛА заход, на ИЛО заход. Проскочил. О, тебе пошел. Да-да-да-да. Так, я его не вижу. Сейчас за ним иду, он выше. Так, на юг он уходит, вдоль реки. Ага, наблюдаю его. Бегу к вам, попробуй мужики, за ним полтора идти. Квадрата до вас, полтора. Давай, квадрата. Он разворачивает влево. Покрутитесь, подержите там. Так, он, по-моему, мне в оп идет. Он на меня идет. Он уже корабли атакует кто-то. Блять, промазал я. 380 сектор 7. Да не, якорь? Так, это свой, это як, ёп. А, у вас там якорь? Да он... Долбоёб. А чё он долбоёб заходит-то, сука? Тупорылый, блядь. Так, зашёл 379. Так, давай о, машинки. Тебе пикируют, вот, Вова. Да-да, идёт. Давай, 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 я пошёл туда. Влево, вяжки влево, береги, вяжки понадобятся. Да-да-да. Идёт. Так, Ваня, я в квадрате 414, идёт, сектор 6. Просто. Ты там группу убил, да, машинок этих? Меня уводит. Блять, что это ДШК стреляет, сука. Где пара осталась? Они за деревьями стояли. Пара осталась, за деревьями стояли. Какая ДШК? Там... Ты чё? Это кто-то из... Солнце буду...